Всем привет-привет! С вами канал Артмания. У Димочки вот такая тарелочка. И здесь он что будет кушать в этой тарелочке? Вот что будет кушать. Здесь у Димочки чай с лимоном. Цветная капуста. И тушеный красный перчик. Да, Дима? Тебе что там, соус, что ли? Это чай, Дим, не надо ему так. Еще больше капуста. Еще мокрая. Я
писать много, писать. Да? Тяни. Это куплю. И кушайся, да? Кушайся ему. Нет, он не будет крутиться. Не кушает. Тебя банан еще ждет. Кусочек там остался. Смотри, сначала косточек там, нет? Это косточек. Нет, в лимоне. А вон у тебя еще цветная капуста лежит, где? Нет, около руки. Левой руки. Левой. Где левая рука? Ну, под ней прям. Вот, ты только что не смотрел. Вон, за стаканом. Вот она, да. Съешь ее тоже. Туда не надо. Ну ты можешь с чаем. Стакан поглощать. Так будешь до ночи. Лимон пробуй. Достань лимон, посмотри, есть у него косточки. 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 Нету? Это косточки. Съешь его. Лимон, да? Забыл лимон. Забыл? Попробуй его лизни. Просто пожуй его. Кутя. Кусочка.
нудям. Угу. Палками. Косточка. Косточка убери. Все, скажи, я поел. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дима, какие лайки надо ставить? Покажи. Какие лайки надо ставить? Да что уже выпил ты там? Лайки, лайки, покажи, лайки, лайки. Убил. Да, сейчас мама все уберет. Лайки, покажи лайки. Вот такие лайки нам ставьте. Лайки, лайки, пишите комментарии, оставайтесь с нами. Посмотрите наши влоги, как Димочка живет, развивается. Всем пока-пока.